Значимость высшего образования сегодня растет стремительно. Не только престиж диплома, но престиж действительно современных и актуальных знаний дают возможность молодому человеку реализовать себя в жизни, воплотить свои мечты и желания, обеспечить семью, стать независимым в выборе места работы и жизни. Высшее образование дает хороший фундамент, на котором возможно успешно строить свою карьеру. Образование – это трамплин в мир успешных людей. И не зря эксперты говорят, что знания и умения, которые ты получаешь за годы учебы, закладывают основу дальнейшей успешной жизни. Один из лучших университетов России, МГИМО, пользуется заслуженной популярностью не только среди выпускников российских школ, но и абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Образование, которое получают в МГИМО, давно и прочно считают образованием элитным, а специалисты, его получившие, востребованы не только в Министерстве иностранных дел, но и в крупнейших международных организациях, корпорациях, государственных органах управления, органах муниципальной и региональной власти, в крупнейших международных фирмах и предприятиях. Расширяя возможности получения качественного высшего образования, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, МГИМО в этом году получил новую уникальную образовательную площадку – Одинцовский гуманитарный университет, который с 2014 года стал полноправным партнером Московского университета международных отношений. В 2015 году на площадке АГУ, который фактически становится филиалом МГИМО, впервые будут реализованы программы подготовки бакалавров и магистров по сетевой форме. Востребованность образования, полученного в МГИМО, ежегодно подтверждается количеством абитуриентов на одно место – от 80 до 100 человек. Инвестировать человеческий капитал в образование значит обезопасить себя от всех превратностей окружающих экономических условий. Впервые с 2015 года на площадке АГУ открывается прием на сетевые программы подготовки бакалавриата. Эти программы будут реализованы преподавательским составом МГИМО и АГУ по образовательным программам МГИМО и с получением государственного диплома Московского государственного университета международных отношений. Особенностью программ является ориентация на изучение иностранных языков – английский, немецкий, французский, испанский и многие другие. Для поступления на сетевые программы бакалавриата абитуриенты предоставляют результаты ЕГЭ. Программы бакалавриата. Юриспруденция. Программы административное и финансовое право. Муниципальное право. Менеджмент. Программы менеджмент и менеджмент в энергетической отрасли. Государственное и муниципальное управление. Программа управления и маркетинг территорий. Экономика. Программа информационные технологии в бизнесе. Не секрет, что абитуриенты, поступающие в МГИМО, ежегодно сдают еще и внутренний экзамен – испытание по английскому языку. Такого экзамена для поступления на сетевые программы МГИМО в АГУ в этом году не предусмотрено. И стоимость обучения при всех равных условиях, государственный диплом МГИМО, освобождение от армии и так далее будет существенно ниже. А это в нынешних условиях экономического спада очень значимо для семьи будущего студента. Прибавьте к образовательным программам МГИМО уникальные условия обучения в Одинцово. Прекрасные аудитории, библиотека, кафе и столовая, огромный спортивный комплекс, где студенты занимаются многими видами спорта, в том числе и плаванием в прекрасном бассейне, активно проявляют себя в различных студенческих творческих студиях. Очевидно, что лучший выбор абитуриента – это сетевые программы МГИМО на площадке Одинцовского гуманитарного университета. Не упустите свой шанс, приходите к нам учиться.